Все, отправляем Дастер в Украину. Счастливой дороги, Саня. Все, мы отправили Александра в Украину. Поехала дача на растаможку. Мы отправились смотреть, еще у нас два просмотра по Германии и будем ехать в Нидерланды. Мы забронировали в Нидерландах тусон, но не успеваем. Я извинился, но неудобно получилось. Просто покупка автомобиля участника немножечко затянулась по причине того, что от его дома до оформления автомобиля было расстояние километров 40, да? И была тягучка, и он там нервничал. И там небольшая очередь. В принципе, оформление произошло достаточно быстро, но именно сама дорога, она занимала немножко времени. Покупка участника, это, конечно, частник частнику рознь, я скажу. Когда-то мы покупали участника Sorento, там стояли немцы переляканные и прям, такие, знаете, а этот открытый такой, знаете, старый немец, уверенный в себе мужик, говорит, у меня здесь злая собака, доберман, я охотник, там полная машина биноклей. В общем, человек живет, наслаждается жизнью. И открыл гараж, рассказал, что у него маленький бизнес был, мотобизнес, он учил людей ездить на мотоциклах. Машина, он сопровождал до трека мотоциклистов, ставил табличку, у него школа, и он ехал впереди, да, и как бы, я так понимаю, сопровождал этих мотоциклистов. Вынес диск, одел его в резину у себя в гараже, вынес еще комплект резины летней, вынес еще какой-то резины. Потом мы уже собирались уезжать, вынес две коробки колодки тормозные и передние диски новые в коробке. Видно, собирался менять, не успел и отдал. Значит, аптечка в комплекте, аварийный знак, жилетка, домкрат. Свечи накала купил, одну поменял, три отдал. Сдал новые свечи. И я вам скажу, когда такая покупка, и покупатель, он дальнобойщик в Европе. Я не знаю, мне с дальнобойщиками в Европе пока везет. Такие все мужики классные, как летчики, правильно. Вот я говорю всегда, летчики всегда классные мужики. Дальнобойщики, наверное, тоже всегда классные мужики. Вот особенно те, кто в Европе, как меня. Нет, не те, кто в Европе, в Украине тоже. У меня есть такие ребята класснючие, да. Примеры для подражания. Все вот так срослось классно, и в конце пошел дождь. Немножко нам, да. Мы успели все осмотреть без дождя, поэтому... Вот такая вот получилась покупка, и купили мы этот Duster, чтобы вы понимали, человек уже третью поездку, да, наверное, третью поездку просил нас купить Duster, мы не пролазили по цене, вот этот частник не брал трубку, он не отвечал на имейлы. Volvo, кстати, он вот это второе, он тоже продает за 8 500 евро, и он поменял туда на 2000 евро, обслужил ее, ГРМ, в общем, машина обслуженная, ухоженная от хозяина и маленький пробег, ребята. Сцепление сделал, да. И ремень АРМ, и помпа поменял. Да, и помпа, комплект. В общем, да. Человек поменял комплект. Вот такая вот покупка участника получилась. И этот Duster 2014 года на данный момент примерно на 1000 ниже рынка и всей Европы. И пробег 132. То есть сервисное ремонт. Чертово колесо работает, смотрите. Саш, чертово колесо рабочее, смотри. Подымись. Я из тебя сделаю стрункового и красивого. Посмотришь, скоро будешь как Игорь балет танцевать. Так, в общем, все довольны покупки. Я очень рад, что этим людям так все классно сложилось с автомобилем. Прям легко и здорово. И говорит, такое пишут, и за 6 продай. И за 5,5 продают. И да я ее и за 6,5 не хотел продавать. Просто не могу. Я сейчас ее удалю и снова начну жить спокойно. Я хочу просто жить. Я просто хочу спокойно жить, ходить на охоту, гулять с собакой. Все, забирайте. Но он ее отдавал душевно. Я вам скажу, это не часто такое бывает. Люди прикипают к машинам все-таки, знаете.
130 тысяч она ему служила. Вот. Ну, забавно. Ну, вы знаете, вот кайф. Вот все-таки кайф сделать покупку у подобного человека. Хороший немец, реально хороший. Да, он хороший человек. Друзья, приехали на площадку, ищем гольфика. Маленький обзор цен. 6950, Тауран 7-местный, 10-й год, дизель, 77 кВт, 220 пробега. Ну, такой покажи, симпатюшный. Цена. 6850, 1.6, 75 кВт, бензин, 9-й год. Вот такая беда у нас с колесом. Шипит. Сейчас вам покажу, какие бывают градобойные. А он весь в таких мелких-мелких ударах. Зато цена его 2,5. 6-й год. 175 пробега. А еще есть вот такой Форд. Тоже 20-й год. Городобойный. Видите, как побило его. Вот такой металл на Форде не выдержал испытания природой. Что происходит? Мы приехали смотреть гольф Игорю знакомому за стоимостью 2450 евро. Продавец не указал, что она городобойная. Ни на фотографиях, ни в описании, нигде. Машина, как вы видели, вся в граде. Плюс разбитый стоп. В общем, мы сейчас едем смотреть еще один тусончик и будем двигаться в сторону Нидерландов. Сейчас будем осматривать черненький тусончик. Да, красная будет. Лампочка горит. Да. Так, не знаю, скорее всего не полирнется, может и полирнется. Ну, Игорь, назвать его идеально. Ого, вот смотри, Саш, такого я еще не видел. Игорь, иди посмотри. Всякие бывают тусончики. Но он здесь, скорее всего, получил. Да, и плохо сделали. Да, это железо. Железо, да. Да, и здесь вон, смотри, Саш. И сколько он за него хочет, Игорь? 2700? Да. Кожаный салон, клима. Ну, скажу так, конечно, если у кого-то очень ограниченный бюджет. Вон, посмотри. Сердечки, туроны. Туннеда, бах, ова. Да, вот такой продавец на площадке гостеприимный. Ich verkaufe Autos nach Ukraine. Yeah. Beste Kunde, very good people, came here, money on trailer. Хороший продавец, спасибо. Beste Kunde, danke schön. Danke schön, danke schön. 3400. For you is this price. For you. Це в кого, наприклад, є 7 тисяч, значить там 7 з копійками. Це машина для них. Стартинг? 175, так? Да? Ось, видиш? Не більше тройки. Тройка. Ну, от така троєчна машина, ребят. І за вот этой, так? Да? Цього не було. Да, ну от здесь треба делать, ребята. Это... Так вона більше. Здесь надо красить. Это если кто-то сам себе бы делал это, да. А так отдавать все это делать. Так он в принципе живой. Резина неплохая. Крышу проверяли? Нет. Капот сколько микрон, Игорь? 180, 190. Toyota 11 года. Так, тут по порогу она полезла, Игорь. Там что-то было с порогом, скорее всего. Она такая по салону. This is the key for the car. Ага, thank you, sir. Иногда цена, ребята, побеждает все. 209 тысяч пробега, ребята. Что ты скажешь, Игорь? Ну там порог внизу полез. Она по правой стороне, это было касание. Крашено. Да, крашено. Без шпаклевки? Не, ну она прикольная. Сколько он за нее хочет? Я так и не понял, меня прикалывает. Ходит, меня фотографирует. Прям как будто я звезда какая-то.
Игорь, а что шкребет? Именно вибрация в руль идет? Ну какой-то звук. Ну сейчас нету. О. Тест-драйв от владельца автомобиля. Да, это Toyota, друзья. Что? Сюда. Ну. Ну, воно мне подобается, если бы оно было аккуратно. Ну, я согласен. Воно все дуже, знаешь, ее надо доводить до ума. Но... доведем ее до ума. Что, друзья, подведем итоги осмотра Тусона и Toyota. Машины на тройку. Вот, понимаете, такая тройка. Продавец на пятерку, на десятку. Продавец в Турции, ну такой, ну душа, смеется, веселый, дождь идет, он с зонтиком выбежал, ну классный, классный мужик, и от просмотра я, конечно, удовольствия не получил, но ему бы подтянуть качество своих автомобилей, да, и был бы у него успех, честно, если бы он немножечко улучшил качество своих автомобилей. У него автомобили с нюансами, ну такая политика у человека, а от общения просто кайф. Честно, я бы хотел у него купить машину, правда, я бы даже у него купил. У него купили с Украины три машины, я вам не буду их показывать, они очень грустные, да? Да, очень он грустные. Дешево, он их отдал, три машины за 3000, 3400, три машины отдал, 1100. Понимаете, оптом. Ну там такое, ребята, там бока нету, ну видите, каждый выбирает свой путь, да, Саш? Все, на сегодняшний день работа закончена. Осмотров не будет, ложитесь спать, а мы будем ехать в Нидерланды и ехать нам, ё-моё. Друзья, секрет похудения Игоря, вот что он ест. Салат целую неделю, эконом-вариант в Европе. Сыр, вот такой бутерброд, минимум хлеба. И все, будьте стройные, как Игорь, и скоро, как Саша. 2 часа ночи. Саня, полиция, пристегнись, Саня, пристегнись, полиция. Так, мы снова приехали на Бастрак. Большая, а выбрать клиент ничего не может, потому что цена, ребята, цена играет роль. Есть аналогичная машина за 22 тысячи евро, 90 тысяч пробега. У этого автомобиля 300 тысяч пробега. Есть какая-то проблема, но раз уже она есть, ага, Санька, раз уже она есть. Так, Сань, ну поснимай ее. Вот повреждение, которое тут он получил. Ну такое, в принципе, это не страшно, не критично. Так. Да, машина 17 года с гидробортом. Входящая цена у нее 12 900. Выглядит бодро. Ага, а в нем и масло. И масло. Да. А ну масло сейчас проверь. Да. Масло щупаю. Ну, масло тут. Без пузырьков. Масло без пузырьков, да. Да, состояние, ребята, машины, конечно. Блин, а мотор вообще работает сейчас. Тут повреждение, фигня, будка вся целая. Гидроборт аккуратненький все прижимает. Ну, свежая машина, видишь? Да. Друзья, мы сейчас на Бастраке. Осмотрели машинку 17 года с пробегом 300. Скорее всего, проблема с теплообменником или с прокладкой.
Машина завелась классно, работает как часики. На нее очередь, чтобы вы понимали, потому что цена 12 900. Цена творит с людьми чудеса, я скажу так. За 21 тысячу 90 пробега никто машину не хочет, а с пробегом 300 просто очередь. В принципе, мы ее можем купить, но я бы не рисковал, честно, потому что мы не знаем, был перегрет мотор или это просто теплообменник, я не знаю. Поэтому в такие рисковые игры я не хотел бы играть. Поэтому если кому-то эта машина интересна, можете брать, но только на Лафету. И так, все, мы уехали с Бастрака. По машине ажиотаж страшный. Перед нами она была в резерве. Резерв сорвался, человек не смог вылететь. Мы пролезли между этими резервами, осмотрели машину, созвонились с мотористами. Сказали, что, скорее всего, пробита головка. Ремонт обойдется примерно в 20 тысяч гривен. Сейчас мы едем смотреть рядышком здесь. 30 минут превратилось в 50 минут, потому что они туда повернули, и все, и опаздываем на встречу на 20 минут. Ребят, спасибо вам. Реально мотивация очень сильная, потому что иногда уставший, тяжело снимать, и думаешь, ах. Но благодаря вашим комментариям берешь камеру, идешь, снимаешь, потому что, честно, это приятно. Не буду скрывать, это реально приятно. Спасибо вам за поддержку, за лайки, дизлайки, за комментарии, в поддержку канала. Да, реально. Вот именно вот здесь это провалилось. Я говорю, я такого ни разу не видел, чтобы... Да, тут... У меня резина хорошая, Игорь, с этой стороны. Сколько? 155.071. Вся права, да? Да, тут что-то не хватало. Передние двери, скажи. А, вон, видишь, вон. А, крутилось кто, да? Так, да, крутилось. Похоже, что крутилось. Но сделано давно, видишь, она уже поцарапана. Уже успели поцарапать. Смотри, какая царапина, Сан. Да. Ее уже опять надо делать. Ну все, в принципе, поехали. Да, да. Thank you very much. Bye. Окей, приоритетные машины. Так, друзья, BMW 20-го года, бельгийская, лизинговая, будет в продаже приблизно через 2 роки, так? Цена ориентовно будет 15 тысяч евро. Зараз она коштовала людям 30 тысяч евро, правильно? В салоне брали. Люди купували в салоне 30 тысяч евро. Зараз ребята владеют вот такой машинкой, разрешили снять. И вот кому интересно, на продаже будет через 2 года, когда закончится лизинг. Бензиновый мотор 1.8. Да, 1.8 бензиновый мотор. В седане, как любит Украина. Да. Ну, такой. Да, рабочий автомобиль. А сколько лошадей у нее? Майже 200. Примерно 200. Так, расход 4,4 литра. Будет в продаже в полцены. Вот чем... Чем интересны машины с лизинга? Вот сейчас разговариваем на эту тему с машинами с лизинга. Автомобиль из Бельгии, часть стоит в Польше, часть в Бельгии. Поэтому кому какие интересные машины, следите за Ютубом. Машинки будут периодически появляться в Инстаграме, Турбатур, нижнее подчеркивание, ЕС. И в Ютубе. Будем пытаться проталкивать лизинговые автомобили. Чем прикольно лизинговые автомобили? Потому что все прозрачно. Пробег прозрачный, история автомобиля прозрачна, потому что машины застрахованы, вся история фиксируется, и вы будете про машину знать все. Дуже добре, коли є вчитель, він рідний. Це дуже класно. Хлопці капот, здається, не закрили. Закрили. Ні, а що це таке? А ні, відкрити. Чуть-чуть. Ну, вже професійно. Я дивлюся, що пак. О! Друзья, не поверите, просидели мы возле Тусона, наверное, час, может быть, больше. Сделали, сколько? 3 часа. Видите, как время летит. С учетом встречи, конечно же. Обзвонили мы, наверное, около 5-6 вариантов. Один
извините, буду через неделю, я на отдыхе. Второй — продано. Третий — продано. Четвертый — не берет трубку. Пятый — продано. В общем, звонки были, чтобы вы понимали, Рено, Шкода. Сейчас едем смотреть Шкоду. Она от нас 30 километров. Шкода 2014 года, на коже, 232 пробега. Машина целая, Саш, покажи, полез лак. Чего полез? Кто-то поцарапал или, да, царапина была, и все, и полез лак. Вот такое дело. Продано, ребята. В интернете продается, приехали, она здесь продана. Вот и все. Машин много, а найти хорошую... Друзья, посмотрите, заводской Volkswagen, заводская окраска. Вот такой прайс дали. И смотришь. 7900. И вот как его лечить? Александра скоро в директоры запишет. Если что, пинать Александра. Ему нравится. Пацаны, ну прежде надо меня застраховать. На борща, на варенье, постоянно. И тебя, между прочим, мечтает, приглашают. Да. Красный борщ с красными туфлями. Хватит про еду. Да. Приехали второй раз к одной и той же машине. Ну, которые были в прошлую поездку. Так, друзья, пока едем смотреть Шкоду, немножко жесткой реальности в нашу жизнь. Шкода, 11-й год, 4450, 315 пробега. Шкода, 11-й год, 297 пробега. Шкода продана, 5500, 286 пробега 2012 года. Шкода продается, 6170 пробега. Также тусончик, сегодня проехал. Вот. Коты лазили. Да, тут 320. Проход. 1,6. Нахера вам 1,2? Ну, я не разумею. Ну, согласись, Кашкая в Бельгии трохи. Е, тобі скажу, що достатньо. Да. Так, друзья, день рабочий у нас закончился. Без 26. Силы физически на исходе, потому что я вам хочу сказать, уже смотришь в телефон и ничего не понимаешь. Просто уже не соображаешь. Поэтому надо отдыхать. Нас пригласил к себе в Бельгии человек. Будем ночевать в Бельгии. В процессе люди пишут: хочу машину 15-го года и чтобы стоила 10. Открываю интернет, она тут стоит 12. Ну, вот, и вот таких, ребята, нереальных заказов, к сожалению, 80-90%. Да, и выезд с тоннеля оказался тоже платный. 2 евро туда, 2 евро обратно. Кто катался в платном туннеле в Нидерландах? Мы катались. Да. Пополнили еще бюджет. Сашко нас вчера на штраф сделал. Позапрошлой ночь другой Сашко. Будем ждать счастья. Письма счастья. Друзья, мы в Бельгии. Наша вечеря. Нам любезно предоставил эти хоромы человек с Украины. Вот такая кухня у нас. Здесь наш шеф-повар готовил. Про утро мы проснулись, позавтракали. Тобі вчора якийсь голландець відписався, що сьогодні можна подивитися машину. Не бачу, де. Не можна йти, так? Я смотрю, ребята, для общего, так сказать, просвітлення. Первая страница Меганов, вот я сейчас смотрю, 13-12 года, пробег 254, 353, 289, 235 короткий, 263 короткий, 202 пробега 12 год, порванное сиденье. На кондёре 300 пробега.
255 пробега. Грязная вся внутри 300 пробега. Ну, 296. 13-й год. И цена 4250. 276 пробега. Это я... Цена повышается, пробеги понижаются. 193 пробега. 4350. Ну, Игорь такая. Без камеры, без парктроников. 12-й год. А, 66 киловатт, пожалуйста. Вот такая вот реальность. 196 264 пробега. Что пан Игорь скажет? Ну, непогано, вам треба розмовляти з яким хочеться. Правда? Хороший водитель ездил, ковриков нету. Я знаю, где они продаются. Продали уже. Есть подогрев сидений. Ну что вам сказать? Дозвониться мы до него не смогли. Он оказался рядом. Мы приехали, созвонились, когда приехали. А почему поехали? Потому что у него еще Шкода была вот эта интересная на площадке. И мы думали, два варианта посмотрим. Оказалось, Меган уже проданный, но он висит в интернете. Так, сейчас у нас на осмотре Renault Megane 15 года, комплектация Limited. А у нас здесь еще один Меганчик. И на газу. Опа, Игорь, Меган на газу. Смотри. Мне кажется, что то есть у тебя черный, тоже тут, бля. Да? То, что рыжий, я скидал. Хотел подивиться. Вот прикол. Такое бывает, друзья. Ехали к одному. А вот наш красунчик, который я нашел. Я нашел. Пятнадцатый год. Ну, делалось давно уже, видишь, старые уже царапины есть. Так, осматриваем еще одну машинку, Меган на газу, весь целенький, но, скажем, не такой, как тот. Видно, годами он немножко меньше, зато диски тормозные новые, Игорь, стоят. Видишь, совсем новые. Новые, совсем новые. Можно рассматривать. Да, это машина на газу, ребята. По идее, 9-й год. Показываю оригинальный пробег. А мы пока 156 490. Продавец пробега. Нидерландец. Хороший, приятный человек. 150. Вот. И вы будете в курсе всего сразу же. Ну, салон в очень хорошем состоянии. Хорошенький салон, Игорь. Заводить? Что тебе скажу? Пока мне нравится. Электро... Вот мое мнение, я бы себе ее брал. Да, здесь подкрашена правая сторона без шпаклевки. Ну, 150 пробегов. Треба с ним спокойно говорить по цене. Да. Сейчас будем пытаться торговаться. И есть у меня несколько машин. Мне нравится, что это нидерландец. Мне нравится, что у него машины в целом неплохие. Так вот, пройтись по площадке, машины хорошие. Так, друзья, смотрим этот Меган. Он на газу. 260 пробега. И я вам скажу, я, наверное, его куплю, потому что... 264 пробега, потому что... Посмотрите на его состояние. Что я вот говорил, какие бывают машины с пробегом 264. Смотрите. Весь заводской краски. А это масло такое надо? Масло есть-то? Ну, оно на газу, может, не это самое. Что? Что оно такое чистое? Ну, поменяли масло, что вы хотите? Ну, чистенькое масло. Ну, сухой мотор. Фонарик где? У кого фонарик? У меня, на. Да.
Коврика нету. Есть, есть, Саш. Покупаем у продавца замечательного в Нидерландах две машинки. Просто приятная покупка, супер, спасибо. Друзья, вот смотрите, стоит тусончик с поцарапанной, с мятинками. Но он его не хочет отдавать, потому что и кожа он порепанная. Потому что здесь маленький пробег, 143 тысячи. Игорь, 143 тысячи, слышишь? Да, мне казалось, 143 тысячи. И все, и он говорит, я не могу вам его дешево дать. Ребята, здесь пробега 143. И видите, и фары помутневшие. Игорь, посмотри, он далеко не идеальный, да? Это его машина, в смысле, что тут гаражив направлен. Так, друзья, еще на площадке у него вот такие машины. Mazda 3, Vectra GTC, Mazda на механике. В целом, Игорь, у него хорошие машины, правда? Вот прям хлама такого нету. Ну, апеллёчек старенький, конечно. Какой год? Седьмой. Седьмой год. А вон Кашкайчик новый. Не, хороший человек, хорошие машины. Вот мне его принцип нравится. Бусики. Игорь, Транзит Коннект. Сёмый. 9999, три персоны. 18-й год, Игорь. 152 пробега, дизель 1,5. Так, еще вот такой Каджар есть. Состояние салона очень классное, внешне тоже прикольно. Сейчас мы узнаем, что он стоит. Абсолютно целый Каджар, абсолютно целая Мазда. 1 Меган у нас тоже абсолютно целый, 2 без шпаклевки тоже, в принципе, да, ничего серьезного не было. И в данный момент мажор находится в Бремене, купил две машины. Тоже бедняга находился пешком, я знаю, я там был, я в курсе, что это немецкая Литва, но говорит, что Литва лучше, чем Бремен, это так он сказал. Мы купили два Мегана, 10-й год, 15-й год, газ-бензин, очень любят голландцы газ-бензин. Я его сейчас спрошу, он, скорее всего, англичанин, потому что он конкретный, четкий, ровный, как равенчане. Вот равенчане ровные люди, да? Игорь говорит, ровный, как ровно. И он конкретный и говорит... Они ненормальные, они ставят газ, едут в Бельгию, потому что там на 100 евро дешевле. Потом возвращаются обратно, регистрируют, чтобы экономить. Ну, говорит, crazy. Машина в хорошей комплектации, на мониторе, с кожаным рулем, климат-контроль, 260 оригинального пробега, вся в родной краске, но машина закрыта уже. Состояние руля отлично, сиденье отлично, машина, видно, была в хороших руках и... Магистралка, ребята, это магистралка. Поэтому, кто понимает, цена будет соответствующая на эту машину. Мы еще не считали ее. Поэтому, кому интересна эта машина, пожалуйста, звоните, пишите. Скоро она будет в Украине. Мы ее решили все-таки оставить здесь, в Голландии. Он уезжает в отпуск, говорит, через 2 недели как раз и пару дней прилетает. И как раз мы вернемся ее забирать. Так что, кому это интересна машина, если мы ее оформим, если мы ее оформим на физика сразу, будет дешевле на 200 примерно долларов. Поэтому... Кому интересна эта машина, обращайтесь. Так, ну и второй зверь. Он у нас с подкрасом по правой стороне. Двери не снимались, крылья не крутились, капот не крутился. Без шпаклевки правая сторона подкрашена. Но есть у нее один огромный плюс. У нее 150 тысяч оригинального пробега, подтвержденного. Есть мелкие нюансы по капоту, мы постараемся их устранить. Есть нюанс по задней ляде, тоже постараемся устранить. То бишь, машина честная, ну, я считаю, комплектация limited. Уже новый монитор, потому что она 15 года, но по ВИН-коду, скорее всего, будет 14. 16 года, выглядит очень классно, цвет просто шикарный. Состояние шикарное.
Очень любимая в Украине машина. Она стоит с мотором 1.6, 105 пробега, 8999, 11 год. Механика, ну. Ребята угостили нас борщом, ну, я не знаю, какая-то охотничья еда, но очень вкусная. Я, блин, я люблю Нидерланды, я люблю нидерландцев. Классная страна, красные люди. Это не передать словами. Ну, это не борщ, конечно, я пошутил. Кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Мне тоже, очень вкусно. Клиент на машину Тусон. Если быть откровенным, я этой машине пятерку поставить не могу. Она не подготовленная. Восприятие ее уже не такое, как машину, которую накрасят. Хотя взять по торпеде, вопросов нет. Аккуратненько, не поцарапанная, чистенько. Сиденье, кожа. Ну, знаете, ну, такое двоякое мнение. Вот здесь есть нюанс. Как ни странно, там целая, да, Саш, целая? Угу, да. Сзади была вставка, ремонт. Вот, видишь. Ну, руль целенький, видите. Но здесь 140 пробега, ребят. Просто 140 пробега. Автомобиль этот 6-го года, по ВИН-коду пойдет 5-й. И мотор здесь жужжит, как пчелка. Я вот эту машину, ребята, сравниваю с Т4-м Течиком. Честно, вот Течик надежный, Volkswagen. Делали когда-то машину Volkswagen. И вот этот Тусон. Ну, тут, Игорь, посмотри, 140 пробега мотор. Вот посмотри, вот, вот к мотору здесь. И дело в том, что она просто в него обслуживалась. И он не уверен в этой машине. Да, почему? И он ее обслуживал у себя на станции. Да, он говорит, это моя машина. Да, я уверен в этой машине. Get the hell out of here.